На 16-й дожимной насосной станции, которая находится на территории 7-го цеха «Лангепас-Нефтегаза», продолжается капитальный ремонт резервуара. Специалисты взялись за дело месяц назад и уже выполнили ряд основных работ. Провели демонтаж днища старых площадок обслуживания, внешних пеногенераторов и лестниц. На данный момент ведется работа по сборке площадок обслуживания. Планируемые работы, это после монтажа площадок обслуживания, это пескострой, именно подготовка к ЛКЗ и потом покраска РВС. Также планируемые работы по замене днища, это будет полностью новое листовое разложено и сварено. Поменяются молнии отводы, которые здесь стоят, потом поменяются КДС, это дыхательные клапана, которые стоят, и поменяются пеногенераторы. И замена будет отмостки РВС.